Депутаты Одинцовского округа от «Единой России» провели рейды по контролю за качеством объектов, благоустроенных в рамках федерального партийного проекта «Городская среда» в 2022-2023 годах. Это сквер на улице Интернациональная и детскую площадку на улице Жукова. На первой точке все оборудование соответствует ГОСТу, а во втором устранили повреждения на покрытии игровой зоны. Сейчас там ведется посев газона.